Алло, пап, надо встретиться. Ипек, снова ты со своими проблемами. Что тебе еще нужно? Я уже в Стамбуле, сын кое-что попросил. Если бы я не позвонила, ты бы уехал, ничего не сказав. Увидимся после работы. У меня нет времени, мой сын ждет. Я через полчаса уезжаю. Пришлю адрес, приезжай. Спасибо, что ты нашел время. Еду. Куда ты? А я? Керим, никуда я с тобой не поеду. Как ты не поймешь? Однажды ты уже подвел меня. Теперь прочь. Выслушай, я все объясню, как было на самом деле. Ты только упрекаешь меня. Думаешь, мне легко? Я впервые попросила помочь. Впервые. Так сложно было сделать? Прошу, прости меня. Хотя бы скажи, куда ты едешь? Передавайте привет Кузейбею. До скорой встречи. Конечно, увидимся. Муратбей, как раз вас искала. Я отправила ваш смокинг из химчистки к вам домой. Смокинг? Сегодня джазовый вечер с ведущими текстильными компаниями. Совсем про него забыл. Не беспокойтесь, я обо всем позаботилась. Осталось только одно. Что, Чагла? Поскольку это еще и показ нашей новой коллекции, я должна сообщить, с кем вы идете. Как я понимаю, в такой ситуации вы хотите пойти в компании Дидем Ханым? Нет, наши особые отношения с Дидем не касаются СРТ. И потом мы расторгли контракт. Но и одному нельзя. Выбрать кого-то из новых моделей? Нет-нет, там будет пресса. Возникнет недопонимание. Пойду с кем-то из вас. Даже моя помощница должна быть в платье из коллекции. Платье из коллекции. Пусть его подберет Тувал. Тувал подберет. Через 5 часов будьте готовы. Чегла. Через 5 часов будьте готовы, Чегла. Моей подруге очень нужны эти деньги, папа. Она мне сразу помогла. И я хочу сделать то же. Пап, подожди! Кто это? И как он обращается с Ипек? Пап, ну постой! Папа! Ты моя семья. Я впервые тебя о чем-то прошу. Мне правда нужны деньги. Пожалуйста, помоги. Ты наивная или глупая? Она разбила твою машину, а ты пришла просить для нее деньги. Дружба такая? Сдалась она тебе. Папа, знаешь что? Не смей так говорить. Друзья всегда были рядом, когда ты пропадал. Они давали мне любовь, внимание, заботу, которых я не получала от тебя. Нахалка! Ты сама меня вынудила. Бесстыжая. А вот и доказательство. Спасибо, папа. Какая же ты наглая! Мой мальчик мне всегда рад, а от тебя только зависть и злоба. Ты просто ревнуешь!
Останови машину! Я тебе покажу! Живо остановись! Что вам от меня нужно? Не надо мне руками махать! Вы ненормальный, что ли? Сейчас ты узнаешь, кто я такой! Да отстаньте вы от меня! Проваливайте, проваливайте! Иди сюда. В чем дело? Кто вы? А ну-ка. Ты сам-то кто? А? Что происходит? Вы псих? Да, и ты меня довел. Зачем ударил Ипек? Хочешь, чтобы я тебе руку сломал? Я к ней даже не прикасаюсь. Кто ты такой? Я отец. Я отец Ипек. А вы кто такой? Взгляни-ка, как нарядилась красавица при макияже. А что делать? Труба засорилась. Послушай. Получается, если накраситься, то трубы сами собой починятся. Раз так, дай-ка и мне. Я накрашусь той же косметикой. А то у нас дома тоже воды нет. Я просто перекрыла воду. Ich glaub dann an der Mann.